Системы пылеподавления Владивостокского будущебеночного завода переведены на летний режим эксплуатации. Как пояснили на заводе, в прошлом году для предотвращения даже минимальных нежелательных выбросов пыли в атмосферу на предприятии была произведена модернизация систем пылезащиты. Перед вами дробильно-сортировочный комплекс Владивостокского будущебеночного завода. У нас установлена система орошения фирмы «Борей». Она у нас как стационарная, так и передвижная. Стационарная у нас на всех продуктовых конвейерах и на приемочном бункере. Очень хорошо помогает как и зимнее время года, так и в летнее. А передвижная у нас работает в основном только в зимнее время года и в жаркую погоду, когда летом. Она покрывает площадя в основном. Так, на каждом продуктовом конвейере и на приемном бункере дробильно-сортировочного комплекса смонтировали стационарную систему обеспыливания. Еще одна система на базе турбин, установленная на автомобиле Volvo, препятствует образованию пыли на дорогах и складах готовой продукции. За время эксплуатации обе системы зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Распыление мелкодисперсных частиц воды летом и снега зимой способствует быстрому осаждению пыли. Анна Дьякова, Олег Завялов, новости на Восьмом.